количество мероприятий, которые проводит ФИСУ, это универсиады, и, конечно же, в рамках универсиады научные конгрессы. Это великолепно организованные, профессионально организованные события каждого человека, кто присутствует здесь. Великолепно. Был подобран пул экспертов, выступающих на Красноярской конференции. Прекрасные ученые выступали, которые делились именно инновациями, образованием и спортивными технологиями, которые сегодня необходимо интегрировать. Красноярск молодцы, просто великолепно все провели. Очень много участников, много пленарных заседаний, много дискуссионных клубов. И эта конференция мне запомнится тем, что именно была очень большая разнообразность. At this conference we gained many valuable insights on the organization side, of course, but also on the speaker side, and that is very helpful for us because I think we have to make our event bigger. Right now it doesn't have quite the size and the magnitude of your FISU conference. The organization committee is here, is taking notes, is very interested in how you did stuff, and I think we can learn a lot from you. Мы готовились к конференции ФИСУ вместе с образовательным комитетом ФИСУ более 3 лет. Мы постарались сделать саму программу конференции инновационной и постарались, чтобы вся дискуссия шла вокруг тех трендов, которые задаются на стыке разных сфер, на стыке инноваций и образования, образования и спорта, спорта и инноваций. Но появились и новые темы, в частности, тема культуры и искусства в университетах. И это тоже, может быть, станет таким толчком развития. So we planned that FISU World Conference at the Winter Universiade in Krasnoyarsk, 3 years long, together with the organizing committee and all the colleagues here from Krasnoyarsk. We had wonderful 2 days here in the heart of Siberia, and we had a very good conference, nice keynote speeches, also inspiring discussions, roundtables, panel discussions and parallel sessions. All the participants are very, very proud and satisfied with that. And I would like to thank the organizing committee from Krasnoyarsk. Спасибо большое.